Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Курский регион выбран флагманским в реализации проекта «Большая история» в рамках объявленного президентом страны Года памяти и славы. Серия из более чем 10 массовых культурных, образовательных и спортивных мероприятий, в том числе и федерального масштаба, ожидает Курский регион. Основная тематическая направленность событий – 75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Наш регион большое внимание уделяет патриотическим воспитаниям. Вот как пример, у нас очень интенсивно развивается юноармейское движение, кадетское движение. У нас в общеобразовательных школах 207 кадетских классов. Из спорта можно выделить акцию «75 тысяч шагов к победе». Это комплекс забегов через районы области общей протяженностью 75 километров. Действительно, проект федерального характера и быть флагманом в федеральном округе – это очень здорово. Но меня, как бывшего спортсмена, очень радует, что очень много спортивных мероприятий будут связаны с этим проектом. И полумарафоны, марафоны, 75 тысяч шагов, В регионе готовятся провести масштабные тестирования на предмет знаний истории Второй мировой войны. Первый этап пройдет уже в апреле, в единый день написания тестов. Второй – в конце года. Наша мечта была донести через разные форматы мероприятий до каждого жителя нашей страны, что есть эта история, ее нужно знать, и чтобы у каждого возникло это чувство гордости и желание принять в чем-то участие. Патриотические показы кино, установка скамеек героев, реставрация памятников и множество других акций, которые будут поддерживать спортсмены, политики, музыканты и так далее. Я уверен, что с возложенной на нас ответственностью мы прекрасно справимся. У нас есть опыт, у нас самое главное есть желание и такой хороший патриотический настрой. Спасибо большое. Подробнее об акции «Большая история» читайте в материалах журналистов kursksity.ru в самое ближайшее время. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.